Здравствуйте, это программа «Смотрите, кто пришел». Ну что ж, дорогие друзья, население нашей планеты стройными рядами ушло на самоизоляцию. И сейчас народ, в общем-то, даже толком и не знает, что ему делать с внезапно навалившимся на него вынужденным досугом. И как так поступить, чтобы это вот бездействие плавно превратить в какой-то род деятельности. В нашей программе «Смотрите, кто пришел» мы рассказываем о людях, которые связали свою жизнь с творчеством, чем они занимаются во время этого вынужденного заточения. Вообще, надо сказать, что звезды, как наши, так и зарубежные, они сейчас очень много размещают в интернете всевозможных своих видеороликов. Посмотреть, как Энтони Хопкинс, наш знаменитый доктор Лектер, обучает своего кота играть на рояле. Как каждую среду устраивает такой совместный ужин наш писатель и драматург Евгений Гришковец. А бывший гитарист группы Deep Purple Ричи Блэкмор вместе со своей женой исполняют столь характерные для него средневековые баллады. А Григорий Лепс, например, полушутливую исполняет песню про холеру. Не покупают никакой еды. Все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги. Ну, а мы, в свою очередь, обратились к трем людям, творческим людям, которые расскажут о том, чем занимаются они. И первый человек, с которым мы свяжемся, это будет наш брянский композитор, певец, музыкант Сергей Лоленков, которого его близкие друзья и его поклонники знают как Лиса. Добрый день! Чем занимаешься? Соблюдаешь ли режим самоизоляции? Ну, я гражданин законопослушный, поэтому, конечно, все соблюдаю в меру сил и возможностей. На самом деле, программу надо называть уже не «Смотрите, кто пришел», а «Смотрите, кому мы дозвонились». Это точно. Как себя чувствует осиротевшее твое заведение, которое так часто посещает определенный круг людей? Ну как чувствует? Плохо, конечно, себя чувствует. Закрыто, на замке. Когда все это теперь откроется, непонятно. Самое обидное в этой ситуации то, что и сложное, что вот даже завтра скажут, все, завтра вы можете начинать работать, открываетесь. Но теперь, чтобы наладить вот эту вот всю плеяду этих концертов, которые отменились, отменилось практически больше десятки концертов. Вот 14 штук отменилось концертов. Теперь, чтобы это, они начали как-то хоть как-то работать, потребуется еще месяц. То есть даже если завтра нас откроют, то реально только через месяц где-то состоится первый концерт. Конечно, но тут я думаю, что вопрос стоит-то не так, что мы будем делать потом, а самое главное, вот это все, весь этот период пережить. Я думаю, ты согласен. Да я согласен, но я думаю, что мы переживем. Мы вообще народ-то стойкий, на самом деле. Мы в России народ простой, переживем. У нас запас прочности, весь мир крякнется, а мы еще будем тут кочегарить. Что нет, сомневаюсь ни секунды даже. Сережа, скажи, пожалуйста, занимаешься ли ты сейчас, вот сам тебе Бог велел, что называется, заниматься творчеством? Пишешь ли ты что-нибудь новое? Есть ли у тебя строишь ли ты какие-нибудь проекты, замышляешь ли ты что-нибудь? Я же знаю, что ты человек неравнодушный, неуспокоенный. Вот как раз сложная, опять же, ситуация. Казалось бы, да, образовалось огромное количество свободного времени. Вот, ну, бери там чего-нибудь, давай, там, твори, выдумывай, пробуй. Но на самом деле творчество такая штука, что творить-то как раз хочется тогда, когда на это физически не хватает времени. А когда вот это тебе время не дают, говорят, да на, вот иди, пиши там свои песни.
все, что хочешь. И понимаешь, что на самом деле вот так вот не очень-то и получается. Как потому что сейчас сяду, песню напишу, типа. Да. Но это же не так. То есть, ну, можно, наверное, написать что-то там, какую-нибудь рекламку на заказ, это можно так сделать. А написать авторскую песню, это не совсем так. Плюс человек, который все-таки ограничен в каких-то своих телодвижениях и так далее. Как вот он... Нужна тема для песни, нужно что? Нужно раздражение какое-то. Я думаю, что вот это преодоление барьеров, это у нас в крови у всех, понимаешь? Вот если есть барьер, вот тогда вот... А если есть полно свободного времени, то как-то и не идет пока, да? В таком духе. Я думаю, что, Сережа, я думаю, что вот это вот сзади, тот самый рояль в кустах, гитара, которая сзади стоит, она не просто так стоит, и я тебя попрошу что-нибудь нам такое сейчас исполнить. Обязательно. Гитара в кустах, да, гитара за спиной. Умножь меня на ноль, чтоб мне легко пройти таможенный контроль, чтоб в униформе хам, храня покой границ, нашел бы только хлам истерзанных страниц. Но чтоб не разгадал таинственный пароль, умножь меня на ноль, умножь меня на ноль, умножь меня на ноль, умножь меня на ноль, отправь меня домой, как будто бандероль, чтоб на почтамте мать, одолевая страх, сургучную печать срывала в торопях, чтоб пожила в душе хроническая боль. Умножь меня на ноль, умножь меня на ноль, умножь меня на ноль, умножь меня на ноль, отдай другому мной не сыгранную роль. Я даже не хочу смотреть его игру, оставь мою свечу на бешеном ветру, оставь меня, оставь и все забыть позволь. Умножь меня на ноль, умножь меня на ноль, оставь меня, оставь и все забыть позволь. Умножь меня на ноль, 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 умножь меня на ноль. Спасибо, дорогой. Я всем нам желаю удачи и тебе, конечно, тоже. Спасибо, аналогично. И главное всем нам сейчас – это не болеть. Будем жить, дорогой. Всего доброго тебе. Счастливо, пока. Удачи. Итак, дорогие друзья, мы выходим на связь с нашими старыми друзьями, цыганским ансамблем «Ягори». Роман, привет, дорогой. Привет, дорогой Алексей, привет, город Брянск. Ага, такое ощущение, что ты за пределами города. А где твоя половина? Где Рита? А вот рядом по хозяйству, как положено. Ребенок маленький, я уже не половина, а полторашка. Уже полтора, ясно. Друзья мои, ну скажите, как вам сейчас живется-то? Живется нам, в принципе, весело, как всегда. Потому что, если говорить о том, что, ну, касаемо работы... то, в принципе, мы уже давно на самоизоляции, потому что работа у нас только по выходным, а все остальное время мы, в принципе, и так проводили дома. Помните, конечно, старую, престарую, я еще ребенком был малым, слышал песню Николая Сличенко «А цыган без лошади, как без крыльев птица». Это подразумевает, что цыгане, они все время должны быть в движении, должны все время как-то циркулировать, им свойственна вот эта вот бурная какая-то деятельность. Как вы провели недавний праздник, Международный день цыган? Провели в самоизоляции, но с размахом, по-цыгански, весело. Мы делали онлайн-концерт, трансляцию. Я считаю, что все остались довольны. Звонили ребята, также и цыгане, и русские наши друзья, кто с нами ВКонтакте. Звонили, заказывали нам даже песни, какие они хотели бы услышать в нашем исполнении в это время. В том саду все было тихо и спокойно.
Сквозь деревья светила луна. Какие планы на будущее? Какие есть, может быть, какие-то проекты, какие-то задумки? Дело в том, что то, что мы задумываем на будущее, ну, чтобы поскорее наш народ вышел из этой ситуации сложившейся, чтобы свадьбы также были, чтобы были юбилеи. Ну, а жизнь нам подкинула такую тему, которая на данный момент даже происходит вот... Даже полчаса назад с нами это произошло, потому что позвонил один из наших тоже поклонников и друзей. У него сегодня у супруги юбилей. Ребята, спойте, пожалуйста, песни для моей супруги. Мы записали видео. Пока мы настраивались, мы успели записать видео и отослали человеку. И отослали человеку. За праздничный стол. Да, за праздничный стол. Поэтому, как такая задумка... Я думаю, что это будет тоже такой проект, если люди находятся далеко, но не могут или не могут себе позволить полностью цыганский ансамбль. Ради бога, звоните, так что вот над этим мы подумаем. А я вспоминаю, как вы приходили к нам на Брянскую губернию, и как я, когда захожу в студию, помните прекрасно, наверное, эту передачу, я зашел в студию, а меня весь ансамбль встречает, и к нам приехал, и рюмку минералки мне поднесли тогда. Здорово было. Надеюсь, повторим еще. Куда же мы денемся, правда? Конечно, повторим и неоднократно. Друзья мои. Но я вас так просто не отпущу от экрана. Что-нибудь нам спойте. Я надеюсь, что Рома оденет свою знаменитую шляпу. И что-нибудь вы нам исполните прямо сейчас. А я уехала чавале на базар. Романяка строго наказал. А я до приезда дали мать. Дорогие друзья, любите, уважайте друг друга. В эти непростые времена цыганский ансамбль «Якури», город Брянск, с вами. Жизнь продолжается. Здорово, спасибо, друзья. Вот теперь понятно, когда вот это слушаешь, даже издалека, даже на расстоянии, понятно, почему Лев Николаевич Толстой так красочно живописал цыганскую жизнь, и почему у него многие герои то и дело говорили: «А поехали в яр к цыганам». Спасибо вам большое. Якури ансамбль у нас был в гостях, дорогие друзья. Я желаю вам удачи. И я вижу, что вы и так заняты в этом своем вынужденном заточении. Чтоб мы были здоровы, друзья. Я вам со степах талай чавалы. И я того же мнения. Спасибо. Всего доброго. Знающей Пасхой, конечно же. Конечно. Всего доброго вам. Счастливо. До свидания, Лешка.
Ну что ж, дорогие друзья, мы расстались с цыганским ансамблем «Ягори» для того, чтобы перенестись на несколько мгновений в славную столицу, в город Москву, где мы постараемся связаться с нашим земляком, который сейчас уже много лет находится там, вне зависимости от того, что он в свое время был жителем Брянска, Советского района и учился в школе номер 56. Давайте попробуем выйти с ним на связь. У нас сейчас в гостях, на, пусть на удаленном расстоянии, артист Андрей Кайков. Андрей, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Чем вы занимаетесь? Сижу дома, как и все, как и вся страна, в принципе, по большому счету. Сильно ли помешала самоизоляция каким-то проектам? Были ли какие-то замыслы, какие-то... Где вы сейчас вообще вот пребываете, так сказать, потому что ну, как-то сиротливо нам живется без шести кадров? Ну, что делать, да, ну такая ситуация сейчас. Ну, очень много помешало, конечно, да, то, что много прилетело, должен был уезжать и надолго, и в Америку должен был ехать на 3 недели. Слава богу, не уехал, да, потому что вот за 5 часов отменили, да, за 5 часов буквально, 11 марта. Если бы я улетел, не знаю, сейчас бы я, где бы я находился, как бы я находился, как возвращался. Вот. Ну, оказывается, и дело очень, очень много дел дома, знаете, оказалось, как ни странно. Вот. И я постоянно в трудах какой-то, в работе, в готовке, в уборке, и я боюсь, что мне это начинает нравиться, знаете, потихоньку, да. Да-да-да, такая жизнь. Почему бы и нет? Очень многие из наших телевизионных звезд, шоу-бизнеса, в общем, кто чем занимается? Я вот говорю, сегодня показал, Энтони Хопкинс, наш любимый лектор, сидит за роялем и со своим котом и обучает его игре на пианино. Шварценеггер там каких-то коз приволок к своему столу. Гришковец Евгений устраивает, каждую среду устраивает ужины совместные. У вас не было мысли что-нибудь такое выложить интересное, забавное в интернет? Нет, выкладывать ничего не буду. Я не люблю эти дела, как бы я этим не занимаюсь. Но мне хватает дел. Я детей учу на гитаре играть. Мы смотрим старые советские фильмы. Мы нормально живем, мы развлекаемся. У нас все хорошо, у нас готовки какие-то. День итальянской кухни, допустим, день белорусской кухни. То есть мы стараемся что-то ну, не серо проводить вот эти дни. А могли бы вы посоветовать что-нибудь, потому что сейчас действительно досуг просто некуда девать, могли бы посоветовать что-нибудь нашим телезрителям, что посмотреть из фильмов, из сериалов, потому что сейчас включаешь интернет, все медленно так все качается, потому что все сидят в интернете, книги какие, что прочесть такое, я бы сказал так, жизнеутверждающее, какой сериал, может какой-то фильм посоветовали, что из последнего смотрели? Ой, последний посмотрел «Паразита», посмотрел, конечно, этот знаменитый корейский оскароносный, потрясающий фильм, действительно всем советую. Вот достойнейший фильм, неожиданный, сделан потрясающе. Его посоветую посмотреть. Я... Сериал «Война и мир», посмотрите, BBC-шный, роскошный. С таким уважением к классике это все сделано, к Льву Николаевичу просто достойнейший сериал. И без клюквы, надо сказать. Абсолютно, да? Абсолютно. Мое любимое произведение просто «Война и мир», я читал его 2 раза. Когда я посмотрел сериал «Война и мир», я стал 3-й раз читать, понимаете, книгу Льва Николаевича. Как это точно сказал в свое время Виссарион Григорьевич Белинский, да, что это действительно энциклопедия русской жизни. Правда, это он сказал о Евгении Онегине, но когда читаешь «Войну и мир», то понимаешь, что как написал один мой знакомый, пусть какие-то стилистические даже есть погрешности у Льва Николаевича, но бог с ним, когда более 600 героев, и когда у каждого своя история, это действительно. Вот самое время, дорогие друзья, перечитать нам «Войну и мир». Главное не уходить в депрессию, не загонять себя куда-то по углам, как бы... Уникальная возможность смотреть, читать, общаться со своими близкими, с родными. Я не знаю, ну, уникальная возможность. Это скоро пройдет. Я в этом не сомневаюсь, я в этом уверен. Будем вспоминать, будем смеяться. Как классно, будем внукам рассказывать. А я еще хотел бы посоветовать нашим телезрителям, которые вот сейчас нас с вами увидят, хотел бы посоветовать лучшее средство от депрессии – это взять
в интернете найти и посмотреть старые выпуски «Шести кадров», где Андрей так часто поминает родной город Брянск. Спасибо, Андрей, спасибо, удачи вам. Спасибо вам большое. Будьте спасибо. Здоровы. Обязательно передам привет матушке вашей при встрече. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Удачи. Будем жить. Спасибо. Ну что же, я надеюсь, дорогие друзья, что встреча с этими людьми, с которыми мы связывались, она помогла вам. Вы получили какие-то рекомендации, ну и в конце концов вы просто развеялись. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Смотрите, кто пришел». Увидимся через неделю. До свидания.